Всем привет-привет! И сейчас мы вскроем с вами одну посылочку с сайта AliExpress, потому что ее мне доставили прямо в почтовый ящик. Такие маленькие пакеты нам приносят. И оставили уведомление 3 или 4, что забрать бандерольку. Видимо, что-то там большое мне пришло. Я уже его вскрыла, но не заглядывала. Я примерно представляю, что тут лежит. Здесь... фокус. Подвески должны быть. Две подвески на заказ. Оценили их $32. И это, да, вот это одна подвесочка. И вторая подвесочка. Все. Все пусто там. Так, сейчас мы с вами откроем одну. И посмотрим. Открыла я обе. И они разные. Я специально просила продавца прислать разные. Вот такая вот серия космическая. И вот такая. Это чуть-чуть неровно приклеено. Совсем чуть-чуть. Они легкие, сделаны под бронзу. Обратная сторона у них вот такая. Дошла она ко мне меньше, чем за месяц, эта посылочка. Застежка. Достаточно хорошие подвесочки. Такие себе я тоже заказывала. Точно такие же. Сейчас поближе вам покажу. Извините, немножко отсвечивает, потому что снимаю вечером уже, практически ночью. Вот так лучше видно. Лучше передается цвет. Вот это вот она желтенькая, а вот это вот немножко потемнее, чем она есть на самом деле, да? И на самом деле на камере она светлее намного, но в жизни она немножко потемнее. Вот скоро эти подвесочки поеду к своим хозяйкам. Ну вот и все. Всем пока-пока.